Всем привет! Это канал Туман оф Плей, с вами Владимир. И мы играем в Uncharted 3 Иллюзии Дрейка. Глава называется «Безбилетный пассажир». Я запрыгнул на самолет, Лена мне помогла. Зацепился я за шасси, спрыгнув с джипа. И, немножко отлежавшись, дождавшись дня, я пополз по грузовому отсеку где-то, ну, не знаю, в общем, продвигаюсь. То ли вентиляция, то ли что-то подобное. Черт. Опачки, меня быстро нашли. Как так-то? Эй, парень, ты чё? Чё по лицу-то сразу? У меня парашюта нет, ты чё собрался сделать? Стой! Блин, такой здоровый, чё он делает-то, а? Нет, давай обсудим. Давай обсудим. Погоди. Парень, ты чё? Он реально 1.2 метра ростом. Слушай, ну, я и с такими же справлялся уже. Давай еще раз. Заходи сюда. Вот. Чем больше шкаф, чем тем громче падает. Вставай. Он еще раз встанет. Так. Что надо сделать-то? Он, по-моему, бесконечно собрался вставать. Надо зацепить что-то. Ну-ка. Погоди. Да отстань от меня. Он какой-то бесконечный. Трос или... Че, я не пойму, куда надо-то? А, вот, зацепить. Давай. Сейчас отцепим. Все, ему туда. Пока, чувак. Ай-яй-яй-яй-яй, все поехало, что-то не упаковано нифига было. Вы что тут натворили-то? Я вместе с ним улетел, все. Нет. Так как так-то, а? Подожди, я еще висю. Там уже кто-то спускается, смотри. А у меня ни патронов, ничего нету. Издевательство! Ну, давай, вот тебе патроны появились. Давай быстрее только, быстрее, иначе мы сейчас улетим. Ну, он еле-еле держится на привязи, там, на веревочках, вон, на тросах. Стой! Надо быстрее туда запрыгнуть, потом с ними разберемся. Ну, запрыгивай. Есть. Готов. Все, ребятки, все нормально стало. Так, верните УЗИ. Опять что-то поехало. Стой. Готов. Получи. Дави, говорит, его. Самого раздавило там. Эй. Подожди, поехал ящик. Что ты делаешь-то? Из-за тебя ящик поехал. Все. Хорош. А что, у меня только пистолет, что ли? Дай УЗИ возьми. Во. Все едет, что-то загорелось, ребят, у вас. Вы что, не слышите, что ли? Что-то вас много. Стоп. Я сейчас отдышусь. Мне главное... Не дали мне отдышаться. Ползу. Подожди. А их сдуло куда-то. Их всех сдуло, прикинь. Там дырка образовалась. Ой, мне тоже надо как-то спастись надо. Держаться бы за что-нибудь. Все куда засасывает. Не, держись, Дрейк. Да как так, я ж без парашюта. Я не понял вообще, как я сюда вылетел. Куда лечу? Ха-ха-ха. По воле случая я зацепился за ящик. Но разве можно выжить? А, у него есть парашют у этого ящика, прикинь. Мне прям несказанно повезло просто вообще. Слава богу! Это как могло такое вообще случиться? Что я за ящик успел зацепиться? Все, самолет рухнул. Попал. Продолжаем наши приключения, спускаемся. Попадаем в какую-то пустыню.
Ну, пошли, так, посмотрим там. Прикинем. Спокойно. Может, Дали... найду чего в обломках. Да-да-да, пойдем поковыряемся в обломках. Что это? Жарко, пить охота же. Может, воды какой-нибудь найди, а? Красота. Ну ладно. Ага, по пустыне побрел. Палящее солнце. И я один на один с пустыней. Куда идти? Фиг его знает, да? Ну, в любую сторону идти. Все везде одинаково. Да уж. Измотался Дрейк. Ну-ка, заберемся сейчас на холм, посмотрим. Отдохни здесь чуть-чуть. Фу. Не, ну реально, куда идти-то? Пока спускаемся. Ладно, в общем, вообще непонятно. Пустыня везде всегда одинаковая. Куда ни пойди, везде песок. А, уже темнеет. Да? Ладно. Чёртов песок. Так. Жарко. Ну, жарко, да. Воды. Поэтому надо было в самолете хоть воды взять. Глоток. Ну-ка, вон туда пройдем, там что-то лежит. Или растет. Колодец. Колодец? Капец, откуда здесь колодец? Слава богу. В пустыне колодец бывает? Так, ну скорее. Теплое тоже сойдет. Пусто. Черт подери. Нету воды там. О, черт. Это уже не смешно. Вообще не смешно. Чё будешь делать? И что? Ну ладно, хотя бы ночью попрохладней стало. Ладно. Где же ты, Салли? Где ты? По звездам решил его найти, что ли? Не пойдет так. Надо просто идти искать. Ну давай, Нейт. Вот встрял, да? Так, кто? Вот это Орион. Большая медведица. Да где ты там различишь их, что ли? Черт. Надо было идти во флот.
О, кто-то... С кем я говорю? Кто-то машет там. Как я устал. Быстрей, быстрей, там кто-то есть. Салли. Слава богу. Слава богу, Салли жив. Но есть один прикол. В пустыне это совсем может быть не Салли. Это может быть иллюзия, когда уже мерещится просто. Так тут пальма, смотри, растет. А это еще что? Это оазис. Но он настоящий или нет? Ну-ка. Иди. Или ему кажется? Иди. Сейчас мы это проверим. Что за корни ветвятся? Кто говорит? Что за стебли растут из груды обломков? Минутку. Сын человеческий, где тебе знать? Нету ничего, это иллюзия была. Это же... Ты видишь лишь битые камни там, где... Опять колодец. Колодец. Солнце палит нещадно, нет тени от мертвого древа. Цикада не даст утешения, иссохшее русло журчанья. Не, погоди, колодец и та же самая сумка лежит. Черт, я хожу кругами. Черт. Чтоб тебя, Найт. Дурак, дурак, дурак. Ну, скоро есть захочет. Пить есть. Все его уже накрывает. А тень под багровой скалой. Надо бы хоть в тенечке встань отдохнуть. В тень той багровой скалы. Вот сюда под камень залезь, отдохни. Ну. Садись. Я покажу тебе нечто жарко. Иное. Не тень утра, что бежит за тобой по пятам. Не вечернюю тень, что навстречу тебе вырастает. Я покажу в горсти праха явленный кошмар. Идем дальше. Ну как идем, ползем. Вот так люди-то и погибают в пустынях, потому что, ну и все, ни воды, ни еды, там потерялся и все. Просто хочу. Господи. А ночи, кстати, хочу там. Прилечь. Ночи холодные там, кстати, наоборот. Нельзя. Ветер, холодно. Днем очень жарко, а ночью очень холодно. Все? Салли? Нейт! Салли. Нейт! Салли. Проснись. Помоги. Пойдем. Дай руку. Куда? В смысле, ты настоящий или нет? Я тебя искал. Я тебя не нашел. Не знаю, сколько я тут. Не знаю. Салли? Да нету Салли никакого. Салли? Ну, он хотя бы поднял его. Ну, куда идти-то дальше? Ладно. Я справлюсь. Я справлюсь. Салли! Салли! Салли, приедь, спаси меня. А вон какой-то город. Слава богу. Да слава деревня. Это опять какая-нибудь иллюзия, блин.
Не, а вдруг настоящая? Надо спускаться все равно к ней. Давай, давай, проверить обязательно надо. Ну, с виду как настоящая. Ну, в пустыне это все может быть миражом оказаться. Итак, подожди, куда я? Пусть это будет не мираж. Пусть это будет не мираж. Ну-ка. Мираж или не мираж? Черт, брошенный. А, это брошенный город. Не, ну все равно надо посмотреть, вдруг поселение, вдруг что-то найдем, водички хоть попить. Что маловероятно, конечно. Ладно, ребята, увидимся в следующей серии. Ставьте лайк видео, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. И всем удачи, всем пока.